у нас подошел к концу наш уникальный тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И у нас вперед вырвался лидер, который награждается сертификатом, вот таким красивеньким, можно на стену вешать, и дипломом. Настоящий диплом выдан Чистихину Сергею Александровичу в том, что он в 2019 году прошел полный курс обучения в Академии телесно-ориентированных практик «Альфа-ТОП» по специальности «Мануальная терапия». В программу базового образования входят следующие дисциплины, все читать не буду. Общее количество прослушанных часов 288. Решением экзаменационной комиссии от 12 октября 2019 года присвоена квалификация «Мануальный терапевт». С правом работать в медицинских учреждениях, в хозрасчетных и физкультурных объединениях, клубах и салонах по месту жительства, в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности и открытия собственного дела. Ура! Регистрационный номер А-091. Да-да-да, Сергей, выходи, признайся, публике кто-то есть. Сергей Александрович Чистихин, прошу любить и жаловать. А давай вот так еще. Да. Нажми там по центру кнопку, есть фото сразу снимет. Видно экран, да. Получилось? Вот. И у нас, на самом деле, это еще не все. Мануальная терапия – сложная наука. Самый главный принцип – не навреди. И есть вот такая вот золотая ладонь, над которой читается клятвенная… Ну, клятва вот написана. Можно начинать? Да, начинай. Я Чистихин Сергей Александрович. Торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик, будут приносить только пользу выздоровлению любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук будет теперь оказывать только врачевательское действие и целебный эффект. Во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодаю, благодарю, благодарю. Все, молодец. Еще раз поздравляю. Ну, в путь. Спасибо. А если вы еще не с нами, то зря вы не приходите на наши тренинги, получайте образование и навыки в свои руки и сразу приступайте к внедрению их в жизнь. С понедельника в работу. До новых встреч. С вами был Олег Алавгудвин и Академия телесно-ориентированных практик.